смотрите экономический календарь на среду 28 декабря. Давайте посмотрим, какие события и публикации могут повлиять на валютные рынки. Первыми в 7 утра выйдут данные индекса потребления Швейцарии от UBS за ноябрь. В октябре индекс немного повысился на фоне улучшения данных о местном туризме. В 9.30 будут представлены данные о количестве одобренных ипотечных кредитов в Англии за ноябрь. В октябре количество одобренных кредитов превысило ожидания, и сейчас оно достигло того уровня, который был до референдума. И последними в 3 часа выйдут данные об ожидаемых продажах домов США за ноябрь. В октябре объемы продаж не изменились, после увеличения на 1,4% в предыдущем месяце. С вами была Селест Скиннер, и вы смотрели «Экономический календарь» на среду. В следующих выпусках мы расскажем вам о самых важных событиях до конца года. Всего доброго!